Страна FM принимает поздравления. Друзья, мы продолжаем в студии Mike Voice, Лиза Калинина и наш еще один замечательный исполнитель, поздравитель. И это... Вячеслав Макаров, Камызяки Бэнд! Всем привет! Вячеслав, привет! Привет! Да, поздравляю вас с этим. Спасибо огромное. Событием. 2 года — это действительно большой срок. Но это маленький такой малыш, который будет развиваться, Россия, думаю, еще всю страну удивлять и завоевывать. Вячеслав, да что там нас? Самое главное, наших телерадиозрителей и слушателей. Да, да. 2 года они нас слушают и смотрят. Всем огромнейший привет, кто присоединился, а кто слушает уже давно, вообще отдельный респект. Ну как ты, Слава, как у тебя дела? У меня проснулся все недавно, хорошо. Пришел. Я проснулся недавно. У меня не такой ранний подъем, как у большинства людей в этой стране. А именинники всегда просто рано встают, понимаешь? Именинники? Ну мы же именинники. Конечно. Чем раньше встал, тем больше поздравлений. И подарков. Я вам больше скажу, день рождения для любого человека — это всегда стресс. Вроде, казалось бы, праздник, но тебе нужно все подготовить, чтобы гостям все понравилось, чтобы угощения были вкусные. Суета такая, да, хорошая, приятная. То есть непонятно, то ли это праздник, то ли это работа. Да, ну ты знаешь, у нас сегодня столько классных подарков, если честно. А что самое главное, музыкальных. Так. Да. И к чему я веду? А ты знаешь, какой у Славы шикарный голос? Я хотел бы это узнать еще раз. Еще раз. Еще раз проверить, друзья. Но нас лучше смотреть сейчас и слушать одновременно. Слава, что мы сейчас... Я исполню песню... Узнаем. «Болею». Так. Группа «Камызяки Бэнд», в которой я пою вместе с Ренатом. Конечно. Мы, кстати, ее обожаем и любим, потому что она у нас крутится, вертится на стране. Спасибо большое. Вы первые, кто взяли в ротацию эту песню. Да. Давайте без лишних вступлений. Погнали. Полетели. Итак. Где-то появился невидимый гитарист. Снова день холодный, хоть и за окном июнь, и куда-то скрылась тень. Я такой свободный, позади нее иду, с головою набекрень. И она шагает каблуками, дает ритм сердцу моему, тает между нами лед, ударила мне в голову. И когда она оглянется, я точно подмигну. Она не знает, что уже готов пойти на все ради нее. И по тротуару завораживая мир идет. И внутри меня теперь все только лишь о ней поет. Болею, я тобой болею. Белеет флаг, я сдаюсь. Неделю подойти не смею, но всюду за тобой тащусь. От Лизы я тащусь, красный человечек в светофоре мне помог ждать зеленый рядом с ней. Я готов хоть вечность простоять возле нее, но переключился свет. И она шагает каблуками, дает ритм сердцу моему. Видимо, уже заметила, что я за ней иду. Оглянулась на меня, и я ей сразу подмигну. Она улыбается, а в солнечных лучах играет волосы. Ускоряя шаг и подрезая ее полосу, все, что было в голове, ей пропел в полголоса. Болею, я тобой болею. Белеет флаг, я сдаюсь. Неделю подойти не смею, но всюду за тобой тащусь. От страны FM тащусь. Вы так зажигательно танцуете, что мне тоже неинтересно сидеть на стуле. И она шагает каблуками, дает ритм сердцу моему. Тает между нами лед, ударила мне в голову. И когда она оглянется, я точно подмигну. Она не знает, что уже готов пойти на все ради нее. И по тротуару завораживая мир идет. И внутри меня теперь все только лишь о ней поет. Болею, я тобой болею. Белеет флаг, я сдаюсь. Неделю подойти не смею, но всюду за тобой тащусь. И безудержные танцы. Болею, я тобой болею. Белею
я сдаюсь, белеет мой флаг, я сдаюсь тебе. Не смею, но всюду за тобой тащусь, я от тебя тащусь. Давайте простые движения, влево-вправо. Я от тебя тащусь. А сейчас можно сделать вперед левой ногой, поехали. Я от тебя тащусь, от страны FM тащусь. Спасибо. Ну, классная песня. Класс. А танец какой? Я только одни выучил движение, вдруг раз, и надо уже другие учить. Вячеслав Макаров, Камызяки Бэнд. Супер. Вячеслав, это не все. Это далеко не все. За такие танцы мы должны отомстить. За такие танцы. Мы должны отомстить. Хорошая фраза, я ее запомню. Мы пишем тут еще и гимн. Да. Каждый, кто к нам приходит гость, пишет строчку. Потрясающе. Настала твоя очередь. Ну, она продолжает предыдущую. Она, да, конечно же, не новая. То есть логика должна присутствовать. Желательно. Логика, рифма. И, собственно, микрофон тоже должен у тебя в руках присутствовать. Смотри, мы сейчас прочитаем, что Антон Лаврентьев нам написал. Чтобы страну узнать, чтобы страна узнать смогла, как широка любовь твоя. Твоя. Ага. Чтобы страна, то есть страна — это что-то большое. Чтобы страна узнать смогла, как широка любовь твоя. Да, я предлагаю, может быть, сделать что-то такое локальное теперь. Камызяки Бэнд раскачает сельский глэм. Пожалуйста. Такую ересь можно написать, да? Ересь ваша. Собственно, автор известен. Ну что ж, пишет. Ну, с одной стороны, можно было бы подумать, что не скромно, а с другой, ну... Ну, слушайте, ладно, что мы будем? Что, такую песню исполнил, такие танцы были зажигательные. Ну вот вам еще и строчка. Я как школьник, который все время там... Камызяки Бэнд. Камызяки Бэнд. Что там дальше? Раскачает. А, раскачает. Так. А что раскачает, ты говоришь, сельский глэм? Сельский глэм, так, сельский глэм, ага. Сельский глэм. Представляете, сколько лет этому слову? То есть оно было модно, мне кажется, лет 10 назад. Камызяки Бэнд. А в село только что оно пришло. Раскачает сельский глэм. Еее. Представляете, какая и по смыслу корявая строчка, и по почерку. Сразу понятно, что кто это. Зато выделился. Слав, спасибо, дай маркер. Он нам еще понадобится. Я тут руку пожмешь. Я маркер разберу. Спасибо тебе огромное за замечательные танцы, за то, что пришел к нам на праздник. Спасибо, что приглашаете, я всегда рад. Класс. Вячеслав Макаров, друзья, Камызяки Бэнд. Страна FM, 2 года. Страна FM принимает поздравления.